У 12-летней жительницы Самары Анастасии Шишковой за плечами уже две победы в престижных российских конкурсах. Год назад она приняла участие в конкурсе «Мировая звезда», где получила титул топ-модели. А теперь вернулась из Москвы. Там проходил конкурс «Красавица и красавец земного шара». Оттуда девочка привезла еще одну корону победителя. Ну, можно сказать, и радость, и восторг. Добавили диплом, медаль. Корону, ленты давали и титул. По словам мамы Анастасии, Жанны, дочка уже в год любила позировать, а в 3 года приняла участие в конкурсе красоты, где заняла 2-е место. Ей нравились, когда мы ходили куда-то, ей нравились очень красивые дамочки с хорошей одеждой. Вот. И она маленькая уже говорила, что она, мам, я буду. Она как-то промелькнула несколько раз. Мы постоянно приходили приглашение в модельную школу, и в один прекрасный момент все-таки я решилась. Мама отдала дочку в модельную школу, где та проучилась 9 месяцев. За это время были поездки в разные города страны на показы. Настю снимали для обложек журналов. Любимое занятие девочки – дефиле. Но одной проходки по подиуму недостаточно. Для участия в конкурсе нужно было подготовить номер. Настя выбрала танец. Надо было сделать свой личный номер, подготовить дефилирование также и, ну, также морально подготовиться. У меня была изюминка то, что, можно сказать, что там была просто музыка француженки. В планах у Анастасии участие в новом конкурсе, присутствовать на котором будут телевизионные продюсеры. С победителем они заключат контракт на съемки. Мама уверена, у дочки есть все задатки для покорения мировых подиумов. Нужно с чего-то начинать, как-то прокладывать свою тропинку в будущее. Вот. Ну, я надеюсь, что получится. Девочка, она целеустремленная. Где-то серьезная, где-то нет, как в своих местах. Ну, вообще, хочу сказать, ребенок у меня тоже, то, что как бы, если она наметила свою цель, то она и это добьется. А в свободное от занятий и участия в конкурсах время Настя занимается бисероплетением. Ей нравится создавать колье, браслеты и колечки. Из профессии на будущее девочка тоже определилась. Говорит, если не сложится с карьерой модели, пойдет работать зубным техником. Виктория Шарая, Константин Головин. События.